Когда-то этот пруд обеспечивал работу теплиц колхоза имени Владимира Ильича и был любимым местом отдыха местных жителей. После долгое время пруд находился в запустении. И вот в этом году киселки вновь вернулись к жизни. Возрождение пруда стало возможным прошлым летом благодаря губернаторскому проекту «100 прудов и озер». В течение месяца акватория водоема была приведена в порядок. Береговая территория очищена, убран сухостой. Вывезли порядка 40 кубометров донных отложений, затопленных деревьев, водорослей, камыша, мусора. По решению администрации округа у пруда создали зону комфортного отдыха. Жительница деревни Горки Татьяна Иванова давно не была здесь, поэтому преображение киселок для нее стало приятным сюрпризом. Очень красиво, и свет вчера дали. Прям погулять очень хорошо, и в музей дорожка. Не было такого. Было грязно здесь, очень грязно было. А сейчас очень хорошо. Там вот родничок вообще, и купаться. Вот этот трамплинчик сделали для купания. Летом здесь всегда купались и местные, и приезжие, и рыбаков было много. Теперь станет еще больше. Была запущена рыба, был запущен карп, толстолобик и амур. На следующий год можно будет ловить. Вода в водоеме ключевая, холодная. Несколько источников наполняют пруд. И деревенские горожане приходят сюда, чтобы набрать водички. Мария Николаевна Буянова помнит эти места еще девчонкой. Рассказывает, как их мужчины старшего поколения облагородили родник на другой стороне пруда. Туда все и ходили запастись водой. А потом уже местные жители сложились и купили по 100 рублей, купили вот круг этот один поставили. Вот, и уже стали уже отсюда брать, уже там удобнее там вода шла. А потом уже администрация, вот видите, как все сделала. Для Марии Николаевны походы за водой – большое удовольствие. Пока водичка набиралась, многое мы от нее узнали, в том числе и то, почему пруд именуется киселками. Здесь росли дикие яблони, они были очень кислые, и поэтому по народу так и пошло киселки. Этот пруд так и пошел. Куда гулять идете? Во враг киселки. Много местных собралось, пока мы снимали сюжет. Общались, спорили, задавали вопросы представителю тиродела. Но чем не место для встреч? Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.